Сфера образования региона отмечена на федеральном уровне. Три школы вошли в тридцатку лучших всероссийского конкурса «Большая перемена». В зачете для учеников нашу область представляли 34 человека. 14 из них отмечены денежными премиями по 1 000 000 и по 200 тысяч рублей. Сегодня губернатор Вячеслав Гладков встретился с ребятами, ознакомился с их идеями и управленческими решениями, разработанными в рамках конкурса. Это, к примеру, планы открытых образовательных пространств, программа эмоционального развития школьников, а также сбора и утилизации просроченных лекарств. Глава региона отметил, что разработать проект – это полдела. Главное – реализовать. Мы готовы вам в этом помочь, потому что мы заинтересованы, чтобы вы были успешны во взрослой, очень сложной жизни. Именно вот успех каждого из вас для нас он является главной задачей. Финал «Большой перемены» проходил в Артеке. Участники решали организаторские задачи. В числе направлений – искусство и творчество, образовательные технологии, молодежное предпринимательство. Вячеслав Гладков предложил начальнику департамента образования Елене Тишиной разработать аналогичный региональный конкурс для молодежи, финал которого можно было бы провести уже осенью 2022 года в Белгородском лагере «Бригантина» в Крыму.